Добрый день, дорогие друзья. Тема горячих источников, польза и вред от них. И большинство людей, конечно же, рассуждают о пользе, но мало кто из людей знает о том, что для гипертоников категорически запрещены горячие источники, термальные источники с температурой 48-50 градусов Цельсия. Я нахожусь сейчас в Верхнем Биракзанге, это Осетия. И что важно для людей, это не просто поиски вслепую способов оздоровления или, скажем так, омоложения или косметического воздействия, нет, а советы специалистов. И специалисты, врачи, они подтвердят вам, что людям с давлением 150/100 горячие источники запрещены. Порассуждайте об этом. Желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.